Депутаты парламента сегодня примут участие в презентации кодекса о таможенном регулировании. Его представит первый вице-министр национальной экономики Руслан Далелов. Глава государства неоднократно высказывал замечания в адрес фискальных органов, в частности налоговой службы, требуя привести их деятельность в соответствие с нормами ЕАЭС и международных стандартов. И какие новшества несет в себе законопроект? Об этом расскажем в следующем выпуске. На месте события будут работать наши корреспонденты.